Евгений Носов, Стога. На второй неделе сенокоса в каких-нибудь 2-3 дня все поречье на много десятков верст, вверх и вниз по Десне, дружно взбугрилось копнами. И не было такого места на лугах, куда бы можно было пройти напрямик, не натолкнувшись на копнушку. И закругляя дело, стали сволакивать их на места повыше, посуше, и там выкладывать округлые приземистые стога. И вот уже и вовсе опустели берега, остались только стога. Неспешно потянулись мимо них отъезжающие обозы, и люди провожали взглядом памятники отшумевшей страды. Молча хранили стога в себе и безмятежные радости ребятишек, и хозяйственные надежды на сытый год с молоком и хлебом, и общее удовлетворение завершенной работой.